Программа «День с толком», в студии Анастасия Дороган. Смотрите в этом выпуске. Барнаульские депутаты приняли бюджет города на следующий год. Куда пойдут средства? Аномальная зима. В Барнауле не знают, где брать лед для новогоднего городка из-за погоды. Вся ее жизнь – пример борьбы. Юная художница Алла Кощеева провела творческую встречу. Депутаты Барнаула приняли бюджет города на 2024 год. Ко второму чтению в главный финансовый документ внесли дополнительные 4,5 миллиарда рублей. Общая сумма межбюджетных трансфертов в следующем году составит больше 15 миллиардов рублей. Были ли противники окончательной редакции бюджета, узнаете далее. Максимально проработанный бюджет. Такую оценку окончательной редакции дали и его разработчики, и большинство депутатов. В 2024-м доходы города запланированы на уровне 27 миллиардов, расходы – 28. Ко второму чтению в город поступило 4,5 миллиарда рублей из вышестоящих бюджетов, а общая сумма трансфертов достигнет 15 миллиардов. Поэтому на некоторые строки выделят дополнительные средства. На реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения БМК «Меланжист Алтая» в связи с переносом срока строительства на 2024 год. На увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений, на строительство и ремонт автомобильных дорог. Таким образом, объем поддержки на данные цели увеличился к первому чтению в 4,6 раза. Еще один важный показатель – дефицит бюджета. Уже несколько лет он не превышает и 10%. Дефицит бюджета иногда может пополняться за счет привлечения кредитных средств. Нам удается на протяжении последних десятилетий не прибегать к этому варианту развития событий, и мы обходимся своими силами путем уточнения бюджета в середине следующего года за счет привлечения дополнительных средств либо от края, либо увеличения собственной доходной базы. Кстати, объем собственных доходов Барнаула за последние 5 лет вырос с 8 миллиардов до 12. Эти деньги идут на благоустройство города, строительство дорог. Однако депутаты хотели бы видеть большие расходы на содержание Барнаула. Бюджет должен быть минимум в 2 раза выше существующего, чтобы хотя бы иметь возможность закрыть долг города перед горожанами. Такой рост осуществить сложно, но руководитель фракции «Единая Россия» в Гордуме Вячеслав Перерядов отметил увеличение расходов на значимые для барнаульцев программы комфортной городской среды, развитие дорожно-транспортной системы, программы инициативного бюджетирования. О важности последней указали депутаты партии «Новые люди». От фракции поступало немало поправок, но в целом депутаты остались довольны тем, что нашло отражение в итоговом бюджете. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений. Это день сегодняшний. Безопасность образовательных учреждений, детских и дошкольных, в том числе охрана и антитеррористическая защищенность. Это наше будущее. По словам председателя Гордумы Галины Буевич, работа над бюджетом на 2024 год и плановый период между профильным комитетом и фракциями шла конструктивно. Благодаря глубокому обсуждению и учету пожеланий депутатского корпуса, во втором чтении бюджет приняли единогласно. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, «День с толком». На этой неделе мост на Новом рынке стал самым популярным объектом Барнаула. Возможно, скоро он дорастет до уровня местной достопримечательности. И наверняка поможет в этом старый символ моста – лебеди. Вот что сказал глава Барнаула Вячеслав Франк во время открытия объекта. Виктор Петрович, мы не забудем вернуть лебедей. Они обязательно здесь появятся. Первый лебедь появился на мосту 18 лет назад. Лебедь Андрюша, так назвал его автор, заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица. Позже рядом с ним появилось еще 15 фигур из гипса, железа и покрышек. И хотя некоторым барнаульцам не нравились самодельные птицы из-за их неряшливого вида, а сотрудники различных служб неоднократно высказывались, что арт-объект мешает проведению ремонтных работ, для большинства горожан лебеди стали еще одним символом Барнаула. С началом ремонта
ремонта птицу брали с моста. И, возможно, именно благодаря активному интересу горожан фигурам стали искать новый дом. Но сначала волонтеры провели большую работу. Демонтаж пережили не все, а тех, кто выжил, нужно было подлатать. Позже часть лебедей привезли в зоопарк, часть — на территорию детской школы искусств во Власихе. Там для них присмотрели холм и собирались стилизовать его под водоем. К началу 2023 года казалось, что история обретет такой счастливый конец. Однако глава Барнаула Вячеслав Франк заверил, что птицы вернутся на прежнее место. Как распределить обязанности между врачами и медсестрами? Сделать это так, чтобы разгрузить медиков, а с другой стороны облегчить жизнь пациентам, которые часами сидят в очередях. Эту непростую тему накануне обсудили в Барнауле. Дарья Ерошина расскажет подробнее. Фраза «мне только спросить» скоро перестанет звучать в коридорах современных больниц. Прием пациента будет производиться без лишних промедлений. Такое будущее для медицины будет возможно после правильного распределения обязанностей между медицинскими работниками. Выписка рецептов лекарственного льготного обеспечения с электронной подписью врача. Врачебное дело. Занимается сейчас этим медицинская сестра с помощью оператора. Там немножечко цепочка выглядит по-другому, но времени высвобождается также много, потому как врач не отвлекается на выписку рецепта технически. Соответственно, в это время он беседует. В России уже есть опыт такой перетасовки функций и дел между врачом, медсестрой и администратором в больницах. И скорость оказания услуг возрастает. Однако до мастерства работы в команде нужно еще дорасти. И в первую очередь подготовить кадры. Вообще колледж у нас активно подключается во все медицинские проекты, реализуемые в крае. Будь то расширение полномочий среднего медицинского персонала или введение в систему здравоохранения новых сотрудников, как это было, например, с проектом «Помощник фельдшера». Мы сейчас активно развиваем социальное партнерство и контрактно-целевую форму обучения студентов. То есть мы готовим сотрудников под конкретное рабочее место. Ставки делают на молодую кровь, обучают новым принципам работы студентов. С этого года студентов специальности «Медико-профилактическое дело» впервые включили в образовательные программы, которые позволяют медсестрам и медбратьям осуществлять уход за больными, еще обучаясь в колледже. Студентов мы не отбирали, студенты к нам через заведующих отделения мы обратились самостоятельно с просьбой о том, что они бы хотели получить такую профессию, должность и выйти на работу еще в рамках получения базового образования в медицинские организации, то есть познакомиться с системой здравоохранения до момента получения диплома о профессиональном образовании. Корочка профессиональной переподготовки для студентов точно не будет лишней, сделает их более конкурентоспособными. Хотя сегодня любой медик на вес золота. В этой сфере существует серьезный кадровый голод. Огромная доля, то есть 30% с нашим здравоохранением, здравоохранения нашего региона, это медицинские работники пенсионного возраста. И если на сегодняшний день не поддержать эту категорию, они могут уходить, увольняться. И, конечно, для нас это будет большая потеря. Пока принцип понятен не всем. Измерить давление и температуру – обязанность медсестры. А данные о пациенте в компьютерные программы вносит оператор. Врач лечит. Кажется, что сейчас медики изобретают велосипед, на котором потом будет удобнее ехать. Но первые результаты нововведений уже заметили. Когда появились свободные талоны, а они появились, пациенты вообще не понимали, что происходит. У них есть доступность не только к врачам-терапевтам, но и к узким специалистам, потому что мы же отрабатываем не только участковую службу, мы отрабатываем всех специалистов. Принцип тот же. И понимаете, мало того, что талоны появились, а ведь еще доктор общается с ним, не отвлекается на компьютер, как они раньше говорили, она совсем не поговорила со мной, а я так хотел пожаловаться на свою жизнь. Довольный пациент – уже показатель. Если врачебный прием не будет превращаться в муку для посетителей, то и процесс лечения станет заметно приятнее. Ирина Корчагина, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. 10-летнему мальчику из Михайловского района нужна помощь. После падения с велосипеда маленький Тимофей впал в кому, пережил операцию. Но его продолжают вводить в медикаментозный сон из-за тяжелого состояния. На лечение и реабилитацию ребенка в Москве нужно больше 2 миллионов рублей.
1 сентября, по словам очевидцев, мальчик упал во время езды на велосипеде и ударился головой об асфальт. Его отвезли в больницу с предварительным диагнозом сотрясения мозга. Но на следующий день ребенок впал в кому. Позже выяснилось, что у него была внутричерепная гематома. Сейчас Тимофей находится в Барнаульской больнице. Он пережил операцию, но ему сложно восстанавливаться. Мальчик испытывает дикую боль от судорог, а его суставы стянуты. Это может привести к печальным последствиям. От того, что у нас спастика и сильные судороги, у нас начинают деформироваться руки. Они уже в локтях не разгибаются и очень сильно переживают за ноги. В будущем ребенка физически будет невозможно восстановить. То есть он уже не сможет ходить. Мама мальчика одна воспитывает троих детей. Ей сложно собрать больше 2 миллионов на лечение и реабилитацию Тимофея в Москве. Поэтому Олеся очень надеется на поддержку неравнодушных жителей края. Юная художница Алла Кощеева из Барнаула провела творческую встречу. Девушка известна своим талантом. Несмотря на особенность рук, Алла пишет картины и вдохновляет других людей. Нашему телеканалу Алла знакома уже много лет. Мы приезжали к ней в гости, когда Алла была совсем ребенком. Сегодня девушка уже учится в колледже. Что изменилось в ее жизни, расскажем в следующем сюжете. Алле Кощеевой 16 лет. Публике уже известно имя талантливой художницы и очень стойкой девочки, у которой от рождения на руках всего 3 пальчика. Вы все знаете то, что и видели меня, то, что я не так, как и все, я необычная девочка. У меня аплазия предплечья, рук и кистей. Но, несмотря на это, я спокойно живу, мне это никак не мешает. В раннем детстве врачи ставили крест на судьбе Аллы и рекомендовали приобрести протезы. Но мама девушки Елена, напротив, стала изобретать самые разные способы для развития моторики. Ее стараниями Алла сегодня умеет сама готовить, краситься и даже писать картины. Мы когда гуляли по лесу, там по парку, мы изучали кору этого дерева, листики у этого дерева, травку. Хочешь, да полежи на этой травке, выдерни ее, там листики поподбрасывай. Надо изучать. Развивать вот эти пальчики. Она когда родилась, у пальчика они просто висели. А сейчас у нее полноценные, твердые, хорошие руки. Сегодня Алла уже не тот ребенок. Она уже учится на программиста на 1-м курсе. Девушка открыто рассказывает о своей жизни, делится опытом и даже устраивает такие творческие вечера. Очень много произошло отрицательных, так скажем, ситуаций в моей жизни, которые я вспоминаю с болью. Но я думаю, то, что я становлюсь что-то среднее между оптимистичным человеком и пессимистичным. Я становилась и становлюсь более спокойной. Я сама рисую. Я не хочу никому подражать. Я хочу быть такой, какая есть. Я хочу выражать только то, что я хочу, а не остальное. Нечего опускать руки, когда их нет, шутит мама Аллы. Подобные встречи они планируют проводить еще для всех, кто оказался в похожей ситуации. Ведь красивая и талантливая девушка живым примером доказывает, что все ограничения только в голове. Ирина Корчагина, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. 30 лет на сцене, большую часть из которых в Алтайском крае. Виктория Гальцева отмечает профессиональный юбилей. 20 лет назад она стала частью мускомедии. В честь этого события Краевой театр организует концерт, посвященный заслуженной артистке страны. Как проходит подготовка к бенефису, узнал Данил Кузнецов. Ты должна наиграть жуткий наив. Под названием «Господи, я не знаю, что такое оперетта». Ой, Тильва, ой, веселка ждала, ай-ой, ай-ой-ай. И тут же, боже, это мой конспект, я записываю жизнь Виктории Гальцевой. Имя Виктории Гальцевой за эту репетицию прозвучит еще не раз. Ведь этот спектакль подготовили в честь нее. Завтра артистка отметит 20-летие работы в Краевом театре мускомедии. А этот бенефис покажет, с каких оперетт когда-то начинала ныне заслуженная артистка России и до каких высот доросла. Бенефис состоит из 2 отделений и более чем из 20 номеров. Есть как классические мотивы по типу «Кармен» Жоржа Бизе, так и нечто менее популярное. К примеру, ария из опереты «Марица». И даже забавные сценки добавили. Помрешь, помрешь, помощник лежит, все. Помрешь, ну помрешь, пока вас назовешь. За 20 лет самое запоминающееся у меня все. Каждый прожитый день –
в этом театре. Работа с моими замечательными, талантливыми коллегами, с которыми мы делаем одно общее дело. Это музыка, это творчество, это сложности, их преодоление. Кстати, сложности при создании бенефиса действительно были, преимущественно с оркестром. Он находится в глубине сцены, поэтому дирижера видно не всем и приходится подстраиваться под мотив. Однако для зрителей задний план не так важен, ведь все внимание приковывает Виктория Гальцева. А она настоящая. Она и говорит, как думает, и вот вы поняли, наверное, уже, и говорит, как думает, и в принципе действует так же. То есть вот эта настоящесть, особенно в оперетте, да, где все такое, знаете, немного искусственное, где все слишком прекрасное, слишком слащавое иногда, здесь это удивительное качество. Много раз это качество проявлялось и вне сцены. Виктория бегала с олимпийским огнем, ходила в крестный ход и даже была доверенным лицом Владимира Путина. Добавим, концерт состоится в Алтайском государственном музыкальном театре завтра, 2 декабря в 17:00. Валентина Аскерова, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Синоптики предупреждают о том, что на выходных ожидается шторм, усиление ветра до 20 метров в секунду, дождь, мокрый снег и сильный гололед. Подробнее о погоде узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза — компания «Эвалар». А у меня на этом все. Увидимся на следующей неделе. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. До встречи!